Молодые профессионалы готовы, можно приступать к соревнованиям. В понедельник состоялось торжественное открытие 4-го регионального чемпионата WorldSkills Russia. В данном этапе будут участвовать более 400 студентов, школьников и экспертов. Если мы первый чемпионат начинали с 16 компетенций, то в этом году соревнования пройдут по 28 компетенциям на территориях 6 муниципальных образований региона. И впервые мы будем использовать площадку Ивановской государственной сельскохозяйственной академии. В нашем региональном этапе участие принимают ребята из других областей – Московской, Ярославской, Липецкой, Республик Коми, Татарстан, а также из Санкт-Петербурга. Все со здоровым запасом амбиций и пониманием, что WorldSkills – это чемпионат, в котором уже само участие дает очень много. Буду участвовать я в компетенции веб-дизайн и разработка. Почему я решил поучаствовать? Так потому что я планирую в будущем работать как бы в этой области. И выиграю я или проиграю не имеет значения, потому что опыт уже есть опыт. И это мне сыграет на руку. Участие сертифицированных экспертов на каждой площадке тоже обязательно условие данного чемпионата. Их задача – выстроить процесс так, чтобы участников ничего не отвлекало. Наша компетенция проходит в Ивановской области первый раз и проводиться будет на базе технопарка «Кванториум», недавно открывшегося. И вот как раз там мы воспитываем будущих робототехников, которые могут по этой компетенции выступать на профессиональном уровне. Победители регионального этапа войдут в состав сборной команды области. Эти ребята примут участие в отборочных соревнованиях 7-го национального чемпионата, который пройдет в мае этого года в Казани. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.